течение месяца в зале органной и камерной музыки выступали совершенно разные музыканты из России, Германии, Италии и Польши. Завершится фестиваль необычным концертом. Новая программа будет украшена музыкой украинских композиторов. Это называть орган инструмент оркестр за его многоголосие, за богатство красок. Так вот, в этот раз получается, что на сцене будет два оркестра: сам орган и Сочинский симфонический оркестр. То есть это будет еще более красочно, еще более богато, еще более объемно по звучанию. Надежда Юрийчук, лауреат международных конкурсов, приезжает в Сочи достаточно часто. С сочинским органом она знакома уже 5 лет. Каждый орган — это разный инструмент, и нет ни одного органа похожего друг на друга. Они все разные и индивидуальные. Ты когда садишься за новый инструмент, ты с ним знакомишься и вот находишь с ним какой-то контакт. Контакт с сочинским органом был найден сразу же, как и взаимопонимание с музыкантами оркестра. Пока репетиции финальных аккордов. Но окончание фестиваля, по сути, есть начало нового сезона, который начинается для оркестра 23 августа. Его ознаменуют произведения Моцарта, Бетховена, Штрауса, Мусоргского и Бородина. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.